World Food 2022 продолжается. Участников очень много. Один из них прямо сейчас рядом со мной. Артем Головтеев. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Скажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию «Русский икорный дом», самую лучшую компанию по производству икры и черной икры, хочу обратить внимание, а также осетровых в Российской Федерации. Как долго компания присутствует на рынке? Ну, наша компания насчитывает историю более 20 лет, и представленность наша на рынке с каждым годом все растет и растет. На данный момент мы являемся лидерами отрасли и лидерами производства черной икры в Российской Федерации. Отлично. Знаем, что сегодня вы были награждены в очередной раз. Расскажите, в какой номинации, что это за награда? Наша номинация проходила в стабильности качества. Мы из года в год являемся участниками всевозможных премий и, соответственно, подтверждаем качество своей выпускаемой продукции с каждым годом. То есть этому есть большое количество подтверждений. Любой, кто хочет в этом убедиться, может приезжать к нам в офис. Мы с радостью покажем, расскажем все наши номинации, все награды, которые получала наша компания. Не могу не спросить у человека из икорного дома. Скажите, а какую икру лучше взять на Новый год, ближайший праздник наш? Отличный вопрос. Лично я бы рекомендовал приобрести паюсную икру. К сожалению, они сейчас мало известны, и мало людей просто знают, что это за продукт. Но стоит его раз попробовать, и я уверен, он станет вашим фаворитом. Ну, тогда будем придерживаться экспертных мнений. Спасибо вам, желаем успехов на выставке, и желаем увидеть вас в дальнейшем еще раз. Спасибо большое, спасибо.